Следующий город мы поехали в середине дня где-то. У нас был Ланели. На пляж мы так и не добрались, потому что мы приехали как бы на поезде. Мы приехали, вокзал был где-то на отшибе от самого центра города, а в противоположную сторону от центра был пляж. Идти и туда от вокзала 20 минут. Мы не пошли на пляж, потому что достаточно сильно устали. Мы пошли сразу, заселились в отель в центре города, и уже на пляж мы оттуда не пошли. 40 минут с мамой достаточно тяжело. Я бы, может быть, и слетала, конечно, но все равно ты не знаешь город, какой-то отшиб там, не знаю, на машине можно было бы, а так пешком страшновато одной, а с мамой вдвоем тяжело, ну, сложновато. Но мы пошли погуляли по городу, мы сходили в Азду, это, наверное, единственный такой супермаркет, который у них находится в центре, где можно что-то купить, поесть. Мы не питались в ресторанах или где-то, у нас не было завтраков, мы все закупали по пути. Вот, в Азде мы закупились, прошлись немножко по городу, к сожалению, магазины там все закрывались в районе 6 часов, это был будний день. Ну, помимо Азды, конечно. Азда там до 12 работала. Ну и пошли спать. Вроде бы как-то так. А, еще хотела сказать про город. Сам город как-то не очень понравился. В плане людей город намного лучше, чем Лондон. Там абсолютно такие лица одухотворенные, лица, знающие, что они делают, идут по делу, что-то это. Очень много мамочек с детьми гуляют по городу, но город очень грязный. Вот как-то вот так запомнился Ланели. Я бы не посоветовала, потому что добираться до пляжа далеко от центра. В общем, что-то не то было с этим городом для меня, для нас.